А почему женщин некоторых называют курицами, а мужчин называют петухами? Ну, потому что некоторые мужчины кричат, как петухи, а некоторые женщины, они просто неуклюжие и тоже кричат. Ты много раз видел, когда курица шла по улице, споткнулась и упала? Ты про женщин? Надо посмотреть в камеру и сказать: дорогие люди, зрители, не называйте никогда женщин курицами, а мужчин петухами. Дорогие люди, не называйте, пожалуйста, женщин курицами, а мужчин петухами. Вы оскорбляете птиц.